На Страстной неделе не празднуются Дни памяти святых, не совершаются поминовения усопших, венчания и крещения. Особенное значение имеют три последние дня перед Пасхой. В Страстной четверг церковь вспоминает Тайную вечерю. В этот день принято наводить порядок в доме, начинать красить яйца и куличи. В пятницу совершается служба с выносом плащаницы. Единственный день в году, когда не звонят в колокола. Страстную субботу в храмах освящают яйца и куличи. Богослужение на Пасху во всех храмах города начнется около 23 часов. Благодарю за терпение от имени самого Бога и Церкви, за вашу любовь к Господу Иисусу Христу, за ваши молитвы и поклоны, которые вы делали в течение 40 дней. Но и призываю, конечно, эту неделю побыть сыновьями и дочерями самого Господа Иисуса Христа, послушаться еще Его, походить в храм, сопережить те страдания, которые Он пережил, и помолиться Ему и сказать Ему: «Господи, мы Тебя любим, прости нас за все наши грехи, если мы сегодня сказали верую, Господи, и исповедую, то чтобы эта вера была крепкая, живая, чтобы она была всегда при нас присуща, и чтобы она помогла нам спастись и войти в Царство Божие».